Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Ассасин за девушку. Девушка-маньяк и девушка-убийца. Вот такая девушка, она не кровопийца. Давай. Блин. Как мне тут снять с себя все? Так. Покупка. Была совершена. Да-да. Да-да. Была. Так. А это что такое? Кто там ходит? Карта. Кто это? Контрабандист? А нахрена он мне нужен? Обозначение на карте. Так, заговор. Ну, это мне не надо. Сыщик. Не надо. Мне надо снять. Так, контракты, контрабандисты, освобождение рабов. Ну, освобождение рабов еще можно. Воспоминания. Слежка, союзник, пункт назначения, цель. Так, драгоценный камень, сокровища, страница дневника, статуэтка майя, кукла вуду, грибы, гнездо аллигатора. Так. Объявление о розыске. Свидетель. Вот. Мне надо вот такой глаз найти. Объявление о розыске. Так. О, еще есть быстрое перемещение, кстати. Так, продажный чиновник. Вот еще что мне надо. И что у нас здесь есть? Вот оно. Так, а как мне поставить? Установить метку, снять метку. Вот, все. Поставили метку. Давайте будем двигаться к нему. Это мне жестко придется петлять, да манипулировать тут. Давай, 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 давай. Да подождите вы, как я на вас нарвался-то? Отряд. Well, perhaps I might be convinced. Да подождите вы, почему вы меня преследуете? Так, давайте, уходите, уходите. Эй-хо, эй-хо. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. I am not easily bought. Чё? Не понял. На меня чё, не распространяется-то? Эй. Мне чё, попозже подойти? Я не знаю. Ой, минутку, подождите. Дайте-ка я убегу. Так, что у меня еще здесь есть? Хрен, там больше чиновников продажных-то. И мне тут и гардеробная, да? Гардеробная. Ладно. Идем. Мне надо вроде как из города выбраться, да? Аллигатор.
Зачем мне аллигаторы? Блин. Почему так все усложнять? Почему у вас так много? И почему вы так на меня реагируете? Непонятно. Ну давайте, сейчас замес будет. Что тут е надо? ПВ. Да подожди. На. Подожди. Опа. В мультимедийное убийство как-то было сделать, можно было. Ну ладно, пойдем. С того дня, как Авелина забралась, избавилась от губернатора Абадли, прошло 2 года. За это время она не нашла ни следа человека по имени Феррер, ни его планы до сих пор угрожают населению Нового Орлеана. Так, болото Дельты, 1765 год. В Дельте тайн меньше, чем опасностей. Сейчас крокодилы где-то вон. Ух ты! Давайте. Так, гнездо, шершни растет. Ухожу в укрытие, наблюдать и ждать момента для удара. Нужна твоя помощь. Используй свои таланты и найдешь мой след. Да помогут тебе Лоа. Что за Лоа? Непонятно. Ну ладно. Будем Лоа да Клоа. Ага. Ух ты, это что такое? Подожди. Так, подожди, сейчас мы добежим. Вот здесь вот надо это изучать. Оп. Вперед. Вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, уже от ассасина третьего. Навыки-то. Вон она. Вижу. Ну, чтобы меня крокодил не сожрал, пока я это исследую. Да, оп. Блин, блинский. Вперед. Так, так. Ну, как в детстве, нахрен. Пока в деревья во дворе были, пока из них парковку не нарубили. Так. Ну, это мы и так знаем. Это мы и так предполагаем. И изучаем. Ну, осталось-то немного. О. Вот судьба и вот дорога. Здравствуй.
Агате, you wrote of the enemy? Ты писала враге? Да. Далеко в Дельте обосновался опасный самозванец. Он взял имя Франсуа Маканди. Франсуа был мой учитель, вождь, жрец, брат, чему делу я посвятил жизнь. Его убили, сожгли. Я не смог помешать. Кто же тогда этот самозванец? И с кем он? I failed to prevent it. Who is this imposter? And what are his affiliations? Ты должна это выяснить, но сначала подготовься. But first, preparations. François Macandal was an expert in poisons. Отлично знал яды. Это его трубка. This blowpipe was his. A fine weapon. Отличная вещь. A single dart blown from a distance. Одним дротиком можно убить человека издалека. Это весьма полезно, если сможешь подобраться незаметно. If you approach in stealth. Так, нажмите удерживать ЭКР, чтобы вызвать селектор оружия с помощью так дротики с быстрым ядом. А, вот они. Быстрый яд. И у. Так, нацелили. А, надо было просто отпустить. Так, это мы поняли. Подожди, я хочу забраться и проверить местность. Я могу это сделать? Ты можешь насладиться, да? Так, минутку. А как? Еще разок. Вот по этим лианам. Значит, ну. Значит, по этим лианам. Интересно знать, если мне это все дают сейчас, чем, как я тогда до сюда вообще дошел. Опять наверх. Залезть на ближайшее дерево. Так. Что не так? Ой-ой-ой-ой-ой. А, вон он. Да. Спрятаться в стоге сена. Вот так вот. Выстрелить, спрятаться в стоге сена. Так, выстрелить в цель дротиком с быстрым ядом. На. А, из кустов могу. Все. Куда мне? А, во. Подождите, что-то я не понимаю. Ну, здесь я. Или мне не сюда? Наверх. А, вот посюда можно. Оп. Блин. Не, но
Ладно. Подожди. Вон она выше. Ладно, потом. А то, мало ли, вдруг я какое-то умение пропустил. Да, отойди ты от него. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bay. To finance what I cannot say. Добывать деньги. There is a smuggler. Есть одна контрабандистка. Элиза Лафлер. Она знает здесь каждую кочку. Возможно, согласится помочь. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can. Мне есть чем ее убить. Хорошо, чтобы добраться до Маккраля, используй дротики, но завершить дело нужно более непосредственно. Расчлененку сделать. Отправляйся так в убежище контрабандистов. Так, ладно. Так, опа. Получилось. Вау. Ну-ка, нет, не-не-не-не-не. Вот сейчас вот из-за принципа хочу еще разок попробовать. Что ты залезть не можешь? Чтоб ассасин да не мог залезть, да? Быть такого не может. Так. Давай. Так. Вот. Господи, это не дерево, это труха какая-то. Как ты вообще здесь что-то построил? Это же все обвалиться может. На раз-два обвалится. Это секвойя какая-то. Вот что я думаю. Вот теперь можно и отправляться. Так. Куда? Вот сюда на. Выход там был, если я не ошибаюсь. Или что? Давай. Сюда. Ой. А я грабить-то он должен уметь. Вот. Блин, куда сюда? Не залазит. О, вижу куда. И ружье мне не надо уже. Уже и так все нашел. Или нашлась ли как героиня с его персонажа? We offer у вас два варианта.
You give up the river, отдайте реку, или сами заберем. Вы не умираете долго. Three choices. Всего три, значит. You dare threaten me? Ты смеешь мне угрожать? У вас, уродов, тут меньше прах. Слушай, что госпожа говорит. Нас тут больше, приятелей. Оглянись, старик. Твои вояки сбегут, как запахнут жареным. Да, только норов вашей госпожи стоит целой армии. And the swamp да и болот вы не знаете. Так. Ладно, ко мне тут недружелюбно относятся. Так, что? Загасить потихонечку, что ли? Сначала надо оглядеться, но перед тем, как оглядеться, я вот этого сниму. Ой, у меня время идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. She's getting away. Так. Кто еще остался? Вы обнаружены. Блин, а еще и не надо, чтобы меня обнаружили. Вон оно что. Ладно. Все, все поняли, как. Поехали тогда. Опа. Как ты цепляться, цепляешься, я не знаю, но как-то должен цепляться. What are you doing? Подожди, а что у меня за ружье-то делать в руках? Где я его подобрал? Нахрен оно мне нужно? Из-за ружья все. Вау. Девчуля. Так. Так, ладно. Не надо тут пикать. Так, ты идешь? Он идет. Блин. Ну что, мне дротиками пользоваться? Ладно, три дротика потрачу. Ой, как не хотелось. Давай. Так не хотелось. Это... Говно тратить дротики. Ну, придется. Stop right there, assassin. Все. Про него можно забыть. Так, еще один готов.
Давай, 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 ползи, ползи. Хоп. Так. Испотрошил его просто-таки. Да. Вот так вот. Что ты за птица? Они стоят благодарности. Я не враг, если ты этого боишься. Я ничего не боюсь. Меня зовут Авелина, и ищу их предводителя, якобы Франца, Макандаля. Ищешь? Ты значит, дело к нему? Скорее нож. А, тогда ты в моем вкусе. Меня зовут Руссельон. А это мой компаньон, Элиза. Хотя они редко ее называют иначе. I've heard her called otherwise. Will you help me find their base? Можете найти их лагерь? No, никто не знает этих мест, как вы, а я помогу вам вернуть контроль над дельтой. Мы годами строили то убежище. К чему нам твоя помощь? Why would we need your help? Four reasons, right there. Вот тебе аж четыре причины. Разве вы не хотите возить товар? If you think there's only one, думаешь, у них один лагерь? Тогда без меня точно никак. Они тут по всему болоту. Залетана, Элиза Летта найдет этих подонков. Так. Подождите, тут... Что-то ему можно купить. Можно купить, значит, купим. Можно сделать? Сделаем. Так. Будем облагораживать это место. Стой, борода. У тебя купить что-то можно, да? Малое оружие. Так. Вот у меня есть, подождите. Боеприпасы. О. Подождите. Так, покупка совершена. Дымовые шашки. Карманные часы. Часы картографа. С графикой. Ну ладно, предположим. Так, все. И те часы у меня теперь есть. Теперь дерево. Погнали. Господи, что за расщелина в дереве? Как будто пещера какая-то, скальная порода. С грибами, поганками. Так. По крышам, герои в капюшоне. Только эта дама уже. Ой-ой-ой. Ну, слишком высоко. И для дерева. Кого мне там рассматривать-то? Блин, еще выше. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда бы не подумали так высоко строить дом. Что-то я не вижу секву, откуда я пришел. Опа! Так, теперь мне надо каноэ.
Я как понимаю, это доступ, быстрое перемещение. Так, удерживайте. А, мне и так надо было в него. Удерживайте, а, чтобы двигаться назад. Назад мне пока не надо. Мы идем только вперед сейчас. Так. Вот так. Вот сюда нам куда-то. Вот он. Начать воспоминания. Did you bring a canoe? Кану, это у тебя есть? Или будешь веером от крокодилов отмахиваться? Ладно, бери мою и учись живее. Right, а я сюда на чем приплыл? Приплыла. Как трансвести? Приплыл, приплыла. Smugglers. Such an ugly word. Давай, вот, подожди. Even slavers are called merchants. Так, контрабандисты, тьфу, у врагов и тот торговцы. А почему не королева болот, защитница невинных, инструктор по гребле и торговый гений? Так, не отдаляйся. Так, примерно как истинный губернатор приехал. Так, чтобы двигаться. Давай. Ты заметила, что на твоей территории теперь там моя раздевалка есть? Если хочешь, можешь переодеться. А мы посмотрим. Блин. Вот здесь управление-то да. Как в гоночках. Хрень полная, а не управление. Они осели у разбитого корабля и его выбросило на берег. Второй их лагерь чуть подальше. Тут. Я проверю лагерь. Разведай дальше. Да, мой капитан. Подождите, сзади крокодила. Подожди. Ну-ка, руби его. А, подождите, он меня так сожрет. Хоп. А, еще надо было умножать. Ну-ка, еще разок. Ага. Так. Ага, тут игра вообще будет. Так. Понятно. А пробел, блин. Блин, не то. Не то. Блин, подожди. Ты вот мне нахрен не нужен, честно тебе скажу. На! Ой, нет, так с крокодилами я бороться не намерен. Слишком долго. Хорошего об заклад не билось. Проиграл бы. Ты смотри, не царапины. Вот это трофей. Лицо аллигатора. Нахрен, не надо. Бери, заработала. Давай, беру. Заработала раз. Я бы еще шкуру бы с него содрал, если бы мог, сапожки бы себе сделал.
сумочку. Госпожа среди крокодилов. Takes one to no one. Свояк. Свояк свояка видит издалека. Right then. Ладно, если не прикончишь меня завтра, right ear, жду тебя у второго лагеря. Хорошо. И тут еще и контрабандист есть, который меня может подогреть в случае чего. Так, нет, минутку. А где я могу тут выплатить? Тут я не могу выплатить, ага. А значит, вход будет один. Вот он. Убить слугу колдуна и его приспешника. Подожди. Еще минутку. Вы думали, что я плохо фехтую? Нет уж. Как-то бедная девушка в этом жестоком мире должна защищаться. Вот. Как могу, так и защищаюсь. Где ты? Да подожди ты. Вот так вот. Брось. Идем. Так, так, так. А как мне сюда попасть? Что-то. Ну-ка, корабль разбился, но. А вот. Текс. My faithful acolyte. Верный сын мой, день священного обряда приближается, ничего я не жажду, так как пополнение наших рядов. Собери верных и жди моего слова. Я тебе буду ждать. Сейчас ты уждешься весь, тварь. Буду ждать тебя у второго лагеря. Я не понял, они туда плывут, что ли? Ладно. Поплыли, куда плывется тогда? Сюда, сюда. Ну давай. Так, отсюда я прибыл. Так, где второй лагерь-то? Так, внизу аллигаторы. И вот они-то мне не нужны. Чтоб они сожрали еще, не дай бог, меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто тут бегает вообще по этим? А что он? Крокодил Данди, что ли? Блин, кто ты? Ловкий и смелый. Вечером в среду, после обеда. Сон для усталых, сонных людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян. В дикие джунгли скорей.
Крокодилы, полевые гориллы, слоны пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, но ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Вот примерно так это все и выглядит. Опа. Блин. Да подожди, куда ты бежишь, ты ломишься так? Да не туда, вот. Так, мне где-то... Вот оно, это дерево. О, ни хрена себе. Вот у меня вниз стащил. Эй, дерево, мне как на тебя забраться-то? Блин. Не показано так в этом свете, как можно на тебя забраться. Во, ну, не учитывая, что тут такая расщелина. Да, я-то думал вообще с какого-то другого путя на тебя надо забираться, а тут оказывается понятненько все. Все ясненько. Все понятненько. Выше и выше и выше. Наступят времена. Тихо. Вот так. Аккуратно. Эта штука не везде же проработана. Специалистами. Вы чего высоты-то не боитесь? Почему? Мало то, что высоты не боитесь, это раз. Это же еще опасно в плане чего? Дерево-то гнилое. Вместе с сучком вниз полетишь. И болото неглубокое. Пипец. Как же это глупо. Так, ну ладно. Как бы то ни было. А, это ты. Я думал, это стражники. Целая, смотрю. Что нашла? Письмо от труса Макандаля. Он говорит, какой-то обряд. Вуду? Да, но что у него за цель? Власть. Что же еще? Покажи, что тебе служат духи, особенно злые, и народ сделает все, что ты скажешь. А прикажешь. Это есть магия. Покажи, что тебе служат духи. Да многим даже доказывать не надо, просто скажи, они, да, кучка баранов. It's that way. Вот well, там, за деревьями trees. Не видно. Да мы... Wait. Стой, я знаю этих ребят. Это беглые рабы, наемники из Сан-Данжа. Такой потрепанный ряд, правда его и городом-то не назвать, кучка лачуг. Дряблое место, те из твоего лагеря, они из Сан-Дента. Oui. Русиона, они не радовали, но потом привык. Прошу, не трогай этих бедолаг. Посмотрим, разумеется. Ну, удачи. Давай, если что, я буду у себя. Посмотрим сейчас.
Оп. На. Если уж вы к этому привыкли. Давай. А, проследить надо было. Блин, а я его приговорил. Ладно, исправимся. Вертай все назад. Переигрываем. Не убивайте никого, кроме слуги колдуна. Ну, хорошо, как получится. She's escaping. Я, блин, еще буду тут сюсюкаться. Я же маньячина. Так, а тут надо по деревьям, да? Скакать было и прыгать. Блин, блински. Нашли добряка. Подождите. Сундучок. А в нем письмецо, правильно? Верный сын мой, приготовления завершены. Мы проведем наш обряд в Иванову ночь. Собери моих людей. Тоже Иван есть. Так, ладно. Вот сюда, наверное, мне. Давайте-ка идем на воздух. Потом сюда. А, нет, все, мне теперь туда только. Блин, так они за спиной находились все это время. Вы что? Я-то думал. Блин, блинский. Бежим. Оп, оп. Давай, девчуля. Ты сможешь. Ты справишься. Рассказывай. Он малый, не промах. Ну и я тебе не горжусь? Я оскорблен. Что же ты нашла? Скажи. На перстник из меня уже не хуже, чем из нее, клянусь. А она... Ну, на перстник, напарник, так скажем. Мне нужен не на перстник, а источник сведений. Макандаль устроит обряд в Иванове сегодня, но я не знаю где. Знаю, кого спросить. Слуга, слуга за слугу. Сан-Данже есть, как его зовут? Знахарь. Глаза и уши этих болот. Элиза понесла ему припасы, но забыла вот это.
Нынче так трудно найти честного преступника. Отдай ему. Если он тебе поверит, все тайны Дельфи твои. Спасибо. Да, и возвращайся, как закончишь. Если у меня работенка как раз для госпожи вроде тебя. И еще какая работенка? Не смейся. Это может быть последняя твоя шутка, если в мою сторону. Так. Итак. Что ж. Идем. Где у нас пирога-то? А чё, почему не появилось-то? Ой, все самому бежать теперь. А, ну если она только уехала. Ну или моя все еще там, припаркована. Тем не менее, все равно. Идти пешком, это знаете ли. Это не очень. Хорошо. Сейчас мы его. Блин, да что случилось-то? Не хотел ноги промочить, и на тебе. Спасибо. Ну, бери. Все, пойдем. Спасибо за оружие. Ой-ой-ой, воронье, скелетик уже съели. Уже. Так, нам сюда, нам вот сюда. И потом туда. И еще нам вот сюда. Так, блин, а вот он ты. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Так, малое оружие. Припасы. Ну, у меня припасы там вроде все есть. Карман, мне часы. Тоже есть. Ладно. Ружье потерял. Он меня стырил, пока мне зубы заговаривал. Варьё, блин, одно. Жульё, варьё. Никому веры нет. Не то, что благородный я. Никого не обманул. Потому что я никому ничего не обещал. Ко мне никто не обращался. Вау, собака. Нет, это енот. Енотик. Ладно, беги, енот. Что-то понять не могу. Так. Один, два, три. 4. Вот так. Ой, самому устраивать пришлось. Так. Это что за деревенька? Давай. Где-то тут есть продажный чиновник, правильно? Well, for a price, perhaps I could. Не понять не могу, что случилось-то? Ладно. Об этом мы после поговорим.
Что-то мы купили? Ну вот, уже здесь что-то заимели свое. Начать воспоминания. Элиз! Авлин! Does Macondal still live? He's holding a ceremony. Он проводит tonight. Сегодня обряд. Venerable one. Почтенный. I bring supplies and что от Руслиона. Благодарю. Этот Макандаль насылает тьму на жителей Сан-Данже. Я могу остановить его. Ну давай помоги. Да, его тень гнездится на берегах озера Поншантейн. Он владеет ядом, излечиться от которого невозможно. Ядом противоядия, но оно не остановит тебя, лишь ослабит его действие. Время не ждет. Выпей это. Time is short. You must take this now. Че, в смысле, меня уже приговорил? I've had worse. Бывало хуже. Наверное. Thank you. We'll Спасибо. Tonight. Ударим I'll сегодня, я переоденусь рабыней, люди so Магдали меня не заметят. Макандаля. Буду ждать указаний. Устрою сюрприз святому Иоанну. Так. Давай переодеваться. Опа. В рабыню. Так, у тебя что в руках? Так, что мы теперь будем делать? На карту посмотрим. Посмотрим на карту. Ну вот чуть подальше есть. Вау. Что-то тут лодка. Ну вроде так-то надо было плыть, вот я так понимаю. Тут наша лодка припаркована или что? Тут вот лодка. Ну да. Ладно. Давайте посмотрим. Можем мы осмотреть местность сию. Или не можем. Так, это магазинчик одежды. Так, одета госпожи. Так, одежда рабыни. О, улучшить комплект. Конечно. Так. Так. Порох и пули, малый комплект. Дымовые бомбы, малый комплект. Так. Нет, нет, вот эта шляпка будет у меня, все. Капюшон я еще набегаюсь. Так. Ну подождите, вот еще одна дверка. Так, у нас здесь что? А, оружие. Это хорошо. Малое оружие. Малое оружие есть, так. Понятненько. Обычное оружие. Так, урон. Плюс один урон.
Минус 2 компа убийства. Я могу, конечно, его купить. Ну давайте куплю. Назад. Но в руки возьму вот эту. Так, теперь боеприпасы. Я закупился. Так. Так. Пистолет. Так, взят предмет в руку. Так. А здесь вот для них специально такой. Конечно. И здесь, вау, давай вот этот красивенький. Ну подберу-то я его, конечно, не за то, что он красивенький. Он плюс один дает там. Вот так. Так, а теперь мне что надо? Как-то попасть туда. Нет, подожди, дружище. Пока рано. Дай-ка я сначала попробую местность открыть. Так, вот это дерево. Да, оно. Ищем, как всегда. Вау, что за купище такое? Блин, это капище. Нет, ладно. Нам надо наверх все равно. Так. Здесь запрыгивать на ветки надо, я так думаю. Только с чего запрыгивать-то? Ой-ой-ой-ой-ой. А. Подождите. Опа. Ну-ка. Нет, нет, нет. Блин. Ну-ка, давайте издалека посмотрим на это дерево. Блин, допрыгнешь. И тут не подлезешь. Ну-ка. Напады. Сюда. Как на этого гиганта забираются? Ой, ну и ладно. Потом как-нибудь, если додумаюсь, может слажу. Слазаю. Сейчас миссия. How long have you been working with Husio? Ты давно работаешь? Years. Очень. Is he your... Well, God, no. No, no, так, don't get me wrong. I plucked my eye out for him. But I wouldn't bend the ledge if he were the last man in New France. How do you know him? Как вы познакомились? To... Русилион меня спас однажды давно. Я решила, что за мной должок, и помогла расширить его предприятие. Старик показал пару уловок, обучил делу, если хочешь. А работа вся на мне. Вот так вот. Женская доля. О, несчастная муха моя. Вот оно, царство мертвых. Уютненько, а? Help me, ain't it?
Ну, приплыли. Как мы видим, это ничем не примечательное место. If you make good on your word. Если вы сдержите слово. Fear not, senior. Не бойтесь, сеньор. Моим учителем был. Я знаю, кто твой наставник, Баптист. Главное, не забывай, кому ты верен. I shall not fail you. Я не подведу. Уж будь любезен. My faithful верные acolytes, сыны мои, готовьтесь. Время обряда настало. The time of our ritual is now. Сейчас я дам обряд. Жопу тебя надерет. Так, выполнение. Выполните двойное убийство. Так. Незаметно проникните. Во. Вот так и проникнем. Так, так, так. Так, 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 так. Опа. Оп. А ты там снизу идешь, что ли? А, нет, за мной, смотрите-ка. Возьми ружье, если что. Двойное убийство выполнено. Вы обнаружены. Блин. Либо так, либо так. Ладно. Девчуля, постарайся. Потому что все сделал я правильно. Об этом-то можно и не беспокоиться было. Вот так. Блин, блин, блин. На. Блин. Почему ты меня так резко-то спалишь-то? А, давай-ка я тебя ядом захреначу, а потом эти... Все. Один ядовитый дротик я могу на тебя потратить. Что-то я думал, блин, раз ты далеко. А, я... Блин, я с мачете вышел. Не то оружие. Вот, вот видите. Неправильная подготовка ведет вот таким вот результатом, да. Что ж. Сюда. Давай еще. Оп. Вот. Не надо сюда идти. Цель слишком далеко. Вот так.
Вот так. Так, вроде пока никого нету больше, да? Добрались, блин. Я зайду с другой стороны, отвлеку их. Wait for it before you move. Oui, oui, mon capitaine. Да-да, мой капитан. Зайду с другой стороны, ага. Ты камнем кинул, ну уж куда синей-то отвлечь? Это уже наглость. Пипец, ладно. Не зря она их отвлекла, мы все-таки прошли место проведения сие ритуала. И теперь будем охотиться. Он что, без руки, что ли? В одной руки? Вау. Шамания пляска. А, your blowpipe. A beautiful weapon. One of the finest I ever made. I remember the day that coward Agate stole it. Так. Fitting he should remain too spineless to face me. But I have captured his paw. Now he will be forced from hiding. How do you know Agate? So he is here, as I suspected. Agate was my disciple once. If not for that thieving woman. Who are you really? Кто ты? The true Makondai burned at the stake. I see. Как ты знаешь историю хорошо. Very well. Фрунса Макандаль был моим учителем и ассасином, но он проиграл. Она предала нас, и он погиб. Я не повторю его ошибки, пока не завершу его путь. Подожди. Swift, precise. My treacherous brother has trained her well, так. But she will not interfere with our plans. Wow. Так, а если оружие поменять? Так. Попробую забрать. Так. Да. Так, еще. Как тебе такое? Вау, да я думал, не с одним-то вы чё? Да. На. Десинхронизация. Меня порезали. Все, понял.
Sweet Desires. My treacherous brother has trained her well, but she will not interfere with our plans. Блин, что-то быстро у меня порубили из этих точек, ни хрена не видел. Swift, Desires. My treacherous brother has trained her well, but she will not interfere with our plans. Подожди вы. Класс. Да почему вы вас столько-то? Так, вот, вроде докуда-то дожил. Но что ж, придется убить тебя самому. Тебе же не остановить обряд. Он свершится. Я тебя убью тебя, ты примешь за твоего наставника. Ну я как вижу, тебе ручку-то уже одну отсекли. Блин. Ага. На. Вот так вот. Ты сделал ошибку. Блин, твоей рукой Агата снова предал меня. Твой медальон мне знаком. Когда Агата передал мне первый раз, он сделал это ради той воровки. У него был такой же. Ага. Who was she? Кто она была? What was her name? Как ее звали? What was her name? Сдох собака. Here is something they did not want you to know. Так, что так. Цель обнаружена. Piece of the puzzle. Убей его. На. Это что за разносчик зараза был? Ну. Подожди. Абстерго это думает, что стоит только им прикрыться развлечением. Так, надеюсь, они ошибаются. Я взломал их систему и обнаружил истину. Но просто так тебе не забрать. Так. Гражданин может быть где угодно. Пойми его, поймай его. Так, если будет время, я остановлю тебе и другие подсказки найди. Блин, жмите на паузу и читайте. Эрудито. Я думал, у меня компьютер глюкнул нахрен опять. Так, с ремонта забрал я, блин, сейчас. Думал опять. Перепугался, блин, весь. The nobles of New Orleans shall perish by poison, and the slaves shall be avenged. My mentor's work will be complete, and control of the river will fall to those who know what to do with it. Тем, кто знает, что с ними делать. Then I will be indoctrinated to the Templar order. Templar. As agreed. Как условились, если будешь верен слову. Не бойтесь, сеньор. Моим учителем был... Я знаю, кто твой наставник, Батист. Главное, не забывай, кому ты веришь. Что-то опять повторяется. Я не подведу. Уж будь любезен. Верные сыны мои, готовьтесь. Время обряда настало. Что, опять заново, что ли? Время нашего ритуала сейчас. Вы охренели, что ли?
А, нет, смотрите-ка. Надо заново. Так. Мне надо сорвать эти объявления по-быстрому. Так, чтоб меня не надо разыскивать. Ведь я хороший малый. Ну, в данном случае девица, красавица. Да, ага, вот я такая, да. Кокетка. Так, где-то тут еще вот. Эх, деньги до тебя не дойдут, походу. Нет, дошли-ка, смотри. Ну, что ты замычал-то? Так, так понимаю, нет наверху все-таки, да? Сейчас, подождите, внизу найдем что-нибудь. Где ты? Вон он, листочек. Вот это дверь, вот он, листочек. Все. И совесть теперь моя чиста. Вот закрасить у тебя не хочу ничего. Так, что за череп? Череп у нас что означает? Болотная лихорадка. А мне куда надо? Мне надо вот сюда. Как я могу сюда? Я не могу сюда, нет, перелезть-то так. Видно, нет. Ладно. Блин, поскакали по болотам. Подожди. Опа. Поехали. Угнали. Пирогу угнали. Едем и едем в соседнее село на дискотеку. Что-то недалеко мы уехали. Блин. Из этих болотистых местностей лучше хуже лошадка была бы до поля, чем не пойми что. Поплыли. Плыву. Блин, вот так-то в одежде кто побывал? Болото вообще, по идее, топистое. Вот. Утонуть можно. Без одежды. А тут в одежде. Кто так плавал-то? Тем более мокрое это все. Тут феминистки вон орут во все горло, что не хотят носить мокрые тряпки на своем теле. То есть купальники. Вот. А тут вся одежда мокрая. И ничего. Не слышу от нее звуков, что она чем-то недовольна. Так, ладно. Сейчас, наверное, пукан у многих подорвался там у женщин, да, кто смотрит, если вдруг у девушек. И ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Так. Сюда. Ползи ты, блин. Почему не залазишь-то? Я уверен, что ты должна здесь залезть.
Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Так. Куда мне? Йодли. А, так это я пришел же к этому учителю, нет? Чьи владения? Уж больно похоже на него. Да, его вон чучело стоит. Мне выше надо. И выше, и выше, и выше. Я пришел, учитель. Агата, I have done as you asked. Я сделала, как ты велел. Самозванец мертв. Он служил де Феррейро. Что еще ты узнала? Только что хотел выманить тебя из укрытия. А меня-то нахрена? Хвала духам, что до этого не дошло. Нашему братству, впрочем, это прошлое. Ты искоренила опасность на болотах. Хотя бы на... в Диеме. Де Феррейро еще отыграется. Я же убил его. Как он может отыграться? Или что-то я опять не знаю. Так, записи воспоминаний в Анибусе. Когда раскрылся тот факт, что Агате знала ее мать, Жанну, и решила утаить это отношение между наставником и ученицей, стали натянутыми. Де Феррер возвратился в Новый Орлеан, и Аверлина удваивает усилия по защите горожан. Ну хорошо, так. Теперь будем... продвигаться. Новый Орлеан. Прошло 3 года. Бывшая французская колония теперь во власти испанской короны. Экономика процветает, пока не начнется восстание колонистов. Так. Ну что ж. Так, мне бы вот как-нибудь раскрыть. Ну ладно, все равно в этой одежде я не смогу сейчас залезть туда. Пойдемте. К нашей основной миссии. Так-то, да? Симпатичная же дама, чего нет-то? Здравствуй. Начать воспоминания. Сеньорита. Bonsoir. I'm a Я friend. Друг капитана Домигеса. Он на борту. Такой час. El capitán is at the tavern. Где же ему быть? Thank you. Благодарю. Все, а мне на корабль, значит, надо. Или мне на капитана завалить. Или все-таки на корабль. Что за вопрос? Вопросов нахрен. Найдите Домингеса у таверны. Так, вы вошли в зону поиска. Это хорошо. Это вроде небольшое, небольшая зона-то. Так. О, стой. Я его случайно где-то нашел. Bonjour, très cher. Такс. Это что? Нажрался, что ли? Прощайте, парижские славные девы. Прощайте, испанских красавиц глаза. Одно я знаю точно, это Карлос Домингес. Мы снова встретились. Да ну, ты и ты, все три, мы знакомы?
Добро пожаловать, дамы. Мне хватит, Серёна. Размечтался. Не думаю. Или поболтаем тут. Вам известен Рафаэль Файтер? Не приглашал такого. Что у вас с ним за дела? Хватит за перевозки сюда и отсюда. Я уже груз и получаю деньги. Груз, деньги. Вожу деньги туда-сюда, сюда-туда. Things paid. Transport paid. Back and forth and forth and back. What is he doing? Чем он занимается? Почему в Новом Орлеане? I do not know. Не знаю, сеньор де Ферр, малый, не из болтливых. Thank you for your time, благодарю, капитан. Эй, свинья. Да. Кто ж так жрет-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так-с. Ну что ж, придется бежать. 78 метров. Ну, не так далеко. Сюда, сюда, сюда. Ой. Ну давай, соблазню тебя. Очаровала. Пойдем со мной, в особняк пойдешь. Барашек. Зачем ты мне нужен? Я не знаю. Если на меня только нападут, только в этом случае, чтобы ты меня защитил. Встретиться с Филиппом. Филипп! Эй, Киркоров, ты где? Авлин. Вечно Авелина дома не сидится. Я вернулась, папа. Месье Блан говорит, ты помогала моему предприятию. Нет, нашему, ведь однажды его получит твой муж. Папа, ведь вы знаете, я предпочла бы свое предпочтение упрямиться. Вся в мать. Видела бы тебя Жанна. Не видит. Увы. Но может ты достаточно выросла? Perhaps you are old enough now. It is not much. Здесь немного. One page. Страница. Зато из ее дневника. Это тебе. You should have it. Мама. Мама. Благодарю, папа. Так, это что, мой настоящий отец? Вот как? Неизвестно. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В следующем прохождении этой девицы вы увидите в следующем видео. Пока!